В Алматы сразу несколько улиц получат название в честь известных деятелей искусства Казахстана. Это композитор Ескендер Хасангалиев, певец Ермек Серкебаев, а также актеры Юрий Померанцев и Владимир Толоконников. Таким образом, в Алматы переименуют 4 улицы. Часть проспекта Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби будет носить имя певца Ермека Серкебаева. Улица Юбилейная в Ауэзовском районе станет улицей имени Владимира Толоконникова. Безымянной улицы в микрорайоне Жасканат присвоит имя композитора Ескендера Хасангалиева. А имя легендарного актера театра и кино Юрия Померанцева дадут улицы без названия в Бастандыкском районе города. Власти обещают, что при переименовании учтут мнение всех алматинцев. Публичное обсуждение продлится до 28 мая на портале «Открытые НПА». Окончательное решение примут члены Республиканской ономастической комиссии.